Семей впервые прошел детский сабантуй. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей и 20-летию Астаны. В празднике, который прошел в центральном парке города, активное участие приняли коллектив Татарской школы искусств и жители Семея. В ходе мероприятия вниманию горожан была представлена концертная программа и различные детские игровые площадки. В этом году в Семее сабантуй прошел в особом формате. Впервые в стране татарский национальный праздник посвятили детям. На мероприятии, которое направлено на укрепление единства, были исполнены народные песни и танцы. С изучением казахской истории, языка, обычаев, традиций, представителям каждой национальности в нашей республике есть возможность возрождать, сохранять и развивать свою культуру, и вместе с этим развивать многонациональную культуру Республики Казахстан. Вот сегодняшний праздник, он еще раз подчеркивает мудрую политику нашего президента. В ходе мероприятия для детей были организованы различные игровые площадки и мастер-классы по рукоделию. Также ребята смогли принять участие в конкурсе рисунков, разукрасить картинки со сказочными героями и посмотреть театрализованные представления. Издавна наш народ умеет хорошо поработать и хорошо потрудиться. Я рада, что наша семейская земля стала первенцем проведения такого значимого праздника для наших деток. Потому что сегодня очень много талантливых детей, и их нужно развивать, им нужно помогать. Счастлива, что присутствую на этом празднике. Сегодня в детском парке проходит праздник под названием «Сабантуй». Мне очень здесь нравится, здесь весело. Мы здесь играли всякие игры и участвовали в конкурсах. Отметим, что татарский сабантуй планируется провести в конце июня, а детское мероприятие стало открытием начала традиционного праздника. По словам организаторов, горожане с нетерпением ждут полюбившийся праздник, который направлен на пропаганду национальных ценностей, дружбы и единства. Бакытгүл Казес, Мирей Жакманов, телеканал «Семей».